Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Redmir, второй сервер, все как всегда. И как вы поняли по названию и по превью ролика, сегодня мы будем открывать целых 16 гаражей. Интересно? Тогда присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что на этом сервере мне свой промокод, который находится в описании ролика, вот, вводи его при регистрации и получай 20 тысяч долларов при достижении 3 уровня. Собственно, это уже вторая серия по гаражам, кто не видел первую, ссылочку в описании, заходите там, я выбил 3 шторы, просто максимально уникальных тачек, максимально угара, вот, ссылочка в описании, заходите, вам точно он понравится, вот. Этот ролик тоже вышел неплохой. Сегодня мы откроем около 10 экономов, по вообще бешеному прайсу, пацаны, это такой пи***ц просто происходил вчера. Я вам просто не могу описать, вот. И 6 там еще таких эконом плюс, премиум, вот такое вот. Ну, я тебе желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Начинаем. Да будет слив, пацаны, да будет слив! 151 500. Прикол сейчас открывает с первого там штора. Да нет, чудес не существует, камон. Гелик новый! Нихера. Бля, на полицейском сигнале только. Забрать или слить? Забирай, блядь. Новый гелик, алло. Да забирай, чё. Ты его затюнгуешь, продашь дороже, блядь. А чё по эконом плюсу по статистике в предыдущих? Был минус или штора была? Вроде минус. Сука, не успел. 16800. Без ключ. И радар. Договоренность уже у всех. Жора! Нихуя. Блин, штора. 5200. Нормально. Пневма четырехконтурная. 15 поставил. 150, все, блядь. Давай посмотрим. Бля. Ну-ка, штора или что? 13800. Стробоскопы и все. Так, Е60, 13800, 14300, ну сколько там, на косарь ушел минус, ну ладно. О, нормально. Можно сказать, два раза ушел. 9200 получил, нормально. 9000 слива, это капец. Я думал, гольф это еще хреня. Ну, короче, 86. Оп, 186, 250. 5 раз минус был, ты шо, или 6? Бля. Заглушка и все. Че, будешь снимать видос, открывая 20? Да, я уже заснял, зарендерил, он уже загружен. По-моему. Че, там рулетка какая-то. Курик. Нормально. Давай еще на штору. Радар, полицейский. И все. Собственно, пацаны, вчера все, что я окупил, сегодня я все слил. Вот. 162 тысячи. 162 тысячи ставим. И слив выходит на 163 250. Раз. И блин, осталось типа Паномера. Паномера за 108 тысяч и уйдет на за 108 75. И капец. Смотри. Двадцать тысяч эконом плюс, реально? Супер, бля. Говно. 10 тысяч. Пневма, пневма. Забрать. Давай, штора, пожалуйста, пожалуйста. Опа, семера. Семера. Блять, клоунский. Бля, по 17 тысяч эконом покупаю, я уборолся. Мужик за 18. Вот 17. Бля, это Ауди, она на что ли обязана быть просто? Блять, опять на клоунском, да ёпта. У нее цвет и Тони. Пневма забрать. Ну это не Ауди. Пизда. Это хамелеон. Просто пиздец. Если я сейчас штору не выбью, я уйду в жесткий минус. Штора это единственный плюс, ну, как бы, чтобы в ноль уйти. Документально просто затверждаю. Если сейчас выпадет эксклюзивный, мне оттуда выпадает Чирон, либо что-то еще пиже, ну, там... Черон СС, Дива, вот это все. Я больше никогда сюда не припрусь. Вот это реально, никогда. Перепадет сейчас. Блять, что за Ауди? Нахуй она тут нужна? 3300 Ауди. Блять, нитро. Надо все забирать, просто тут... 13-ка, 12-ка, 7-ка, супра. С5, С5.
И ни одной нету фулблата. Да чё за херня, эконом раза уже 12 не было у окупа, вы шо, ребята? Давай кабана на шторе. Кабана на шторе. Буханка, ясно, минус штора. 4200, полицейский сигнал. 4200, да побачим. Бля, я за 21 купил? Серьезно? Я даже не видел. Две... Пожалуйста, пневма и полицейский. Пиздец. Нет, это реально, это последний раз, когда я буду открывать эту хуйню. Они же знают, что я буду покупать и перебивает специально. Чувствую. Не? О, разор потик. 3600, ничего. Бля, нитро. Блять. Совместно это. Мне-то пофиг, я все равно могу уйти там через полгода с этого серва, так что на баке. Посрать. Прикол буханка, да, первая на шторе. Клоунский. И нитро. Да вы шо, гоните все на нитро, алё? Говно с говна. Чё, пацаны, по классике, приехали на БУ, сейчас где-то у вас там справа снизу счетчик 100%. Сливаем Ауди за 3300, тюнинг на 5, 8300 ушла, когда я её покупал за 15 или за 20, сколько я там покупал. Минус 12, я уже чувствую. Это чё у нас тоже? 4.22, это было 3.22. О, это немножечко побольше тюнинга, как бы. 8550. Следующее, ну этого лота, конечно, вообще бандитка, ауф. Е34, как бы, оп. 3600. На тюнинге 5. И выйдет там опять сколько? 8600. Еще это, пацаны, еще не все тачки. У меня же все тачки были эти. Еще буханка, еще что-то было. Я сразу на БУ слил. Там где-то счетчик уже сразу, я думаю, прибавился вот сейчас. 10200. О, блин, это капец. Это капец. Это такой капец. Просто я не могу. Я просто не могу. Я буду надеяться, что я где-то проморгал и не увидел штору, хотя это невозможно. Я просто так сегодня проманался. Ни одной штори в экономе не было. Ни одной, ни одной, просто ни одной. 2600 за жигу. Это капец. 200. 2750. Нук 441. 4200. И 5250 слив, 9400, самая, кстати, дорогая, ну, не считая слива, самая дорогая тачка. Вот здесь хотя бы зеркалки выпали. О-о-о. А, не, а ну, 993. Последняя тачка, и 3000, и еще 4. Вот, 7000. Все, мы слили, у меня сейчас 2 578 тысяч, но если я не ошибаюсь, я приходил, у меня было 2700. Это капец. Вот такой, пацаны, пипец просто происходил на контейнерах. Лично я открыл 10 экономов подряд. Ну как, ну почти подряд, но мне шторы не выпало. Передо мной, пацаны, открывали 4 либо 5 контейнеров, тоже шторы не было. Еще во время, когда я открывал, трое пацанов открыли 3 контейнера, ничего не выпало. Тупо шторы в экономе не было. За целый час. Это пипец. Пипец, вообще такое возможно или нет? Я просто был в шоке. Я надеялся, что будет штора. Ну, блин, должна была быть, типа, каждый раз вот при открытии кейсов должна выпасть штора. What the fuck вообще? What is going on? В итоге за первую серию мы подняли 106 276 долларов. За вторую серию мы проиграли 112 225 долларов. В итоге у нас получилось, что мы проиграли 5949 долларов. Вот это, конечно, сказалось интересным акцентом. Короче, что я хочу сказать, что в следующей серии мы откроем эксклюзивный контейнер, где мы просто поставим большую жирную точку на гаражах. Я уйду в плюс. Конечно, вот это я самонадеянный ублюдок. Выбьем оттуда Чирон, обычный, либо СС, либо Дива. Окупимся, и я больше никогда сюда не приду. Потому что, пацаны, бесплатный сыр только у мышеловки. Запомните это. Если вы такой рисковый пацан, как я, можете идти открывать и понадеяться на штору. Но я вот тоже думал спустя первую серию, что это изи вообще сломать эти алгоритмы и выбить штору. Но не, нифига. А я надеюсь, что этот ролик тебе понравился. Поставь лайк за мою просранную, можно сказать, сотню. Напиши комментарий, как тебе эта серия. Все комментарии читаю, лайкаю. А то в последнее время вы что-то разленились и комментарии вообще не пишете. Также подпишись на канал, чтобы не пропустить новые ролики с гаражами или еще с чем-то. Поставь колокольчик, чтобы всегда их смотреть первыми. Ну а с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня.
Всем удачи, пацаны. Не открывайте гаражи никогда. И всем пока-пока.